Контакт нам в зоопарке, который этим летом открылся возле станции Расторгуева, состоялась благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями. Дети смогли поиграть с животными и весело провести время в компании сверстников. А поздравить ребят с наступающим Новым годом приехал знаменитый боксер Денис Лебедев. Руководство контактного зоопарка старается хотя бы два раза в месяц проводить у себя благотворительные акции, чтобы ребята имели возможность посетить его бесплатно. На этот раз гостями зоопарка стали дети с ограниченными возможностями. Совместно с соцзащитой Ленинского района здесь для детишек устроили целый праздник. Вообще детишкам очень нравится, они счастливы, когда попадают именно в контактный зоопарк. Сообщение с животными всегда было в приоритете у всех. То есть животный мир очень интересен. И животные будут благодарны, и дети очень счастливы. Взрослый человек приходит в восторг от возможности взять любого животного и погладить. А что уж говорить о детях, для которых этот поход в зоопарк останется в памяти на всю жизнь. Все животные очень спокойные. К ним без труда может подойти каждый посетитель и погладить, а некоторых и вовсе взять на руки. Особой популярностью у детей пользовались морские свинки, кролики и ежики. А кто посмелее, заходили вольеры к ламе, енотам и козочкам. По эмоциям детей было понятно, в зоопарке им нравится. Можно трогать разных животных, гладить их, вот, кормить. Это все нравится, прикольно. Животные редкие иногда бывают. Хорошие, их можно в руки брать, кормить. Но поход в зоопарк запомнится детям не только возможностью поиграть с животными. Поздравить ребят с наступающим Новым годом приехал чемпион мира по боксу Денис Лебедев, который пообщался со школьниками, рассказал о своих питомцах и подарил подарки. Для Дениса благотворительность стоит на первом месте. Он очень любит малышей и без труда находит с ними общий язык. Ведь по образованию боксер – тренер-преподаватель младших классов. Мои дети, во-первых, они и так, как говорится, борются со своими условиями, выживают. Мы должны им помочь обязательно, чтобы они чувствовали, что они под присмотром, что они под заботой. И что за них обязательно заступятся и им помогут. Вот с таких ярких и добрых эмоций у детей началась череда новогодних мероприятий. Впереди у них еще не одна елка, утренники и представления. Но поход в зоопарк, без сомнения, останется одним из лучших воспоминаний. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.